Привет! Я Даша, и мне пришли две посылки от Эфраше. И сейчас я буду их показывать. И начну я с самой большой коробки. Пришла миниатюрка водички Soul Elixir. Честно, она мне так надоела. Мне ее присылают просто по поводу и без. Знакома всем флакончики. Также мне пришла мицеллярная вода для снятия макияжа. Антивозрастное очищение лица, 3 чая детокс. У кого-то на канале я слышала, что неплохая вещь. Правда, одни ее хвалят, другие наоборот. Я решила на своем собственном опыте убедиться, что это такое за чудо чудесное. Пришли 2 ванильных крема для рук. Один для моей драгоценной тетушки. И один для меня, потому что мой уже заканчивается. Крема просто отлично. Я обожаю этот запах. И на лето я, кстати, хотела взять что-то более свежее, потому что все-таки ваниль, она тяжеловата по своему запаху, хотя и божественно. Пахнет такой, знаешь, не ванилью прямо вот, а... Ну, какой-то вот жженым сахаром. Как будто вот кондитерской фабрикой. Я когда училась в институте, рядом была кондитерская фабрика. Когда я проходила мимо нее, чувствовала именно этот аромат. Такой сладкий немножечко. Такой. Не трудно писать словами этот аромат. Плох, чем этот крем. У него только один недостаток. Когда ты 3/4 уже этого крема израсходовала, дозатор уже не работает. И приходится просто вверх ногами ставить этот крем. И когда приходит пора им пользоваться, я просто раскручиваю вот эту, достаю и вот прям этой палочкой наношу на руки, и тогда уже им его пользую. Как бы это единственный недостаток, это флакон. Все остальное просто волшебно. Пришла мне в подарок вот такая водичка. Я ее пробивала по специальному коду. Называется черная ваниль. Я не вырежу, понюхаю прямо сейчас. Вот такой флакон. Флакон уже приятный. Флакон приятный, мне нравится. Я вообще слаба кофе, но не как напитку. Запахи кофе, цвет кофе. Что там еще может быть с кофе связано? Так, барабанная дробь. Сейчас буду нюхать. Нравится, но непонятно. Я брызну. Так, пусть развеется немножечко. Еще брызну, чтобы точно понять, что это. Что это? Пришел вот такой пакетик. Здесь бижутерия. Кажется, что-то такое припоминаю. Что-то там под аметист. Такой фиолетовый. Мне так идет фиолетовый цвет. Ну, вообще, всем кареглазкам. Как бы он фиолетовый этот цвет, он просто, я не знаю, как доктором прописан. Фиолетовый forever. Тут бумажка предлагается. Уважаемый клиент, с удовольствием предлагаю вам этот гарнитур с аметистами. В связи с тем, что аметист является полудрагоценным камнем, оттенок отдельных камней может варьироваться. Ну, посмотрим сейчас. Так, вот такого плана браслет. То есть это просто такая цепочка, которая с камушком. Оттенок камня, вот его видно, не видно, непонятно. Он какой-то мутный. Мне не нравится. Вряд ли этот браслет буду носить.
Также мы здесь имеем концентрат стройности. Ну, вот такое вот средство 3 в 1 на апельсинчики, на талию и на упругость кожи идет это средство. Это у нас Господи, я же не выговорю. В общем, в переводе стройность интенсив. Средняя. О, классно, классно, классно. В общем, это такая хрень. Это вроде крема, если верить описанию на сайте, это вроде крема для лица, но с функциями такой автозагара. То есть это не полноценный автозагар, а крем с претензией на автозагар. Да, вот так. Честно говоря, мне слабо верится в это, но решила попробовать. К тому же стоило мне недорого.